Здравствуйте все, друзья! Большое спасибо команде, было действительно интересно. Даже если это не совсем КВН в классическом понимании, но то, что вы делаете, это здорово, потому что вы все вместе собираетесь и вот развлекаете друг друга. Но я думаю, что вы должны поаплодировать своим зрителям, потому что болельщики ваши сегодня были просто прекрасны. Действительно, вы прям очень теплый, замечательный зал, и вам самим понравилось? Ну давайте тогда в ответ поаплодируем нашу команду. Так, ну и давайте вручать. Диплом за участие вручается команде «Неотложка» Зубарев. Диплом за участие награждается команда «Молодежь 70-х Кристалл». Дипломом третьей степени награждается команда «Звезды Кристалла», благотворительный фонд «Кристалл». А Лев — это вообще, по-моему, лучший, кто был сегодня на сцене. Я его понял. Да, Лев прекрасен.